Уважаемые священнослужители и все собравшиеся здесь в этот праздничный день, сердечно поздравляем вас со светлым праздником Христового Воскресения и приглашаем на наш праздничный пасхальный концерт. Как солнце блещет ярко, как небо глубь светла, как весело и громко гудят колокола, немолчно в Божьих храмах поют «Христос воскрес!» И звуки дивной песни доходят до небес. Через холмы и долины, помня волю небес, поспешу с Магдалины возвестить «Он воскрес!» Воскреснуть. Невероятно это, невозможно.
Тогда лишь только я поверю в воскресенье, когда яичко это станет красным. О, небо! Посмотрите! Яичко розовеет! Нет! Темнеет! О, чудо! Оно стало ярко-красным! Воистину Иисус Христос воскрес! Христос воскресе! За нас с тобой взошел на крест, и мир стал тесен. Через 3 дня, как свет с небес, Христос воскресе! И если мгла в душе порой, а хлеб твой пресен, ты вспомни путь любви простой. Христос воскресе! И сгинет тьма, отступит враг из поднебесья, щитом святых небесных благ. Христос воскресе! Oh,
скажи, я тебя пойму, почему ты так смотришь так, и глаза прячешь почему? Душою, пусть снова спешит, храм Божий нам радует.
Если не птицы в солнечные дни будут нашу песню петь по всему свету, вырастет птица, а звезд родит, и счастливым станет каждый мир. Thank you.
Пасхи вас поздравляют учащиеся воскресной школы храма святого апостола Иоанна Богослова из села Везувка. Солнечный день озарен светлой радостью, и звон золотой. Люди дружны в ликовании и сладостном. Праздник пришел долгожданный святой. Бог нам сказал: почитайте родителей, мы к вам пишем на порог с куличом. Дом наш пусть будет счастливой обителью. Ночи, дни, ночи напролет. Сердце матери о детях вопьет.
почти такой, как наш. Я рисую на нем акварели и гуашь. Краски я не возьму и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где для звезд мчит нет. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна, где у всех людей очень добрые глаза. Thank you.
кресту стекают капли вниз. Сын Божий испытал страдания, умирая, и по Писаниям на третий день воскрес. Бесчеловечно били гвозди в тело. Иисус с молитвой умер на устах. И стала гробом темная пещера, а в ней измученное тело в пеленах. Вот мироносицы уже спешат к пещере обмазать благовонием Христа. А перед ними ангел во всем белом сказал о воскресенье Господа. И в первый день святого воскресенья Иисус явился к матери своей и спас ее от горького смятения. «Возрадуйся!» — сказал он ей. До вознесения Иисус являлся многим, святым апостолам, ученикам своим. «Господь мой и Бог мой!» Припав к ногам, Христу Фома сказал. И вот вознесся Мессия на небо, и до сих пор он пребывает там, в небесном царстве, где все время лето и где не нужен земной жизни хлам. Христос воскрес! Мы отмечаем Пасху, святой, великий праздник на Руси, и верим в исполнение мечты, как в сказку, и всей душой хотим к Христу прийти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
благочиния протоиерея Александра Максимова. Дорогие отцы, братья, сестры, дорогие черноярцы, гости, хочется пожелать нам всем в эти светлые праздничные дни, когда совершаются пасхальные гуляния, вот этой пасхальной радости. Как Господь сказал своим ученикам, что эту радость от нас никто не отнимет, а воскресшем Спасителе. Этой радостью утвердились ученики, апостолы, и проповедовали воскресение Господне, Евангелие Святое по всей Вселенной. И вот мы сегодня с вами, христиане, сидящие всем в зале, должны благодарить и радоваться о воскресшем Спасителе. Радость – это действительно та радость духовная, которая имеет особое содержание. Это радость нашего духа, нашей веры. И эту радость никто не может от нас отнять. Христос воскресе, дорогие! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! С праздником всех! Храни вас, Господь! Спасибо!